Окей, с вами Шмаки, мы продолжаем родить игру под названием Forager. Окей, короче, я поставил создаваться рюкзачок, и он уже как раз создался. Средний рюкзак как раз плюс еще ячеечки. Плюс еще инвентарь обширный. Так, что у нас тут вообще есть? Большой рюкзак. Жуки. Ну, это я смогу создать. Кожа. Подождите, мне нужно 5. То есть мне либо фабрика будет создаваться, либо королевская эта ткань, да? Пускай лучше будет ткань, потому что она будет поважнее для меня. А, точно, я же как раз говорил, что мы отправимся дальше смотреть новые биомы. Мы отправляемся, в принципе, да. Опять все позаполнялось. Нужно будет улучшить, блин, меч, но для этого мне нужен этот, как он называется. Я не знаю, как вот это вот сделать. Может, мне нужно показать то, что я могу словить рыбу? Давайте покажем ему, что я могу словить рыбу. Смотри, я поймал рыбу. Либо, может быть, мне нужно здесь просто все скопать. Так, аметист. Ой-ой-ой, что-то я засмотрелся. Пипец тут ресурсов. Монет тут ресурсов много. Ну что, лопата в руки, поехали. Интересно, скопаю я тут все или нет? А я должен. Вот черт. Копатель. Тихо. Где жук? Ага. Думал от нее убежать. Сейчас оно подрастет, и я сломаю их. Блин. Ладно, пока мосты поделаю. Давайте пока пособираем. Так, я только не фул хпшный. Плохо. А меня камень там спасает. Сейчас, старики, с тобой поговорю, подожди. А, начинаю пропадать, елки-палки. Ну ладно.
В одиночку ходить опасно. Возьмите. Не, снаряжение за... Так, какаху взять. Прикольно, прикольно. Почему бы нет? Какашка. Смотри, прикольно. Птичка напела мне о существовании золотых яиц. За всю свою жизнь я не видел ни одного. Я хочу на них взглянуть. Если бы только кто-то молодой и классный нашел для меня яичко. Сука. Ладно, сейчас пойдем за яичком твоим. Так, сколько их у меня уже? 8. Так. Ферма, мост. Ну, внутри, да, скорее всего, будет. Мостик. А давайте я, наверное, пойду убью этих. Ой-ой, тихо, ладно, не спешите. Да-да-да-да-да-да-да. Я так рада вас видеть. Меня зовут Анна Банана. В этой пустыне тяжело быть принцессой. Ведь здесь не растут цветы. Принцесса без цветов. Это настоящий кошмар. Вы в силах мне помочь? Почему? Где ты была раньше, когда я цветы кучками носил? Г-г-г. Сюда. В смысле, я сюда не могу? Надо поесть. А, нет, можно войти. Древняя галактика. Мне нужно, чтобы все загорелось. Я не понимаю, что мне делать с ними. Типа, окей. Ну, у меня их недостаточно. Здесь огромное место, вы шутите? Давай только в центре пускай горит. Поехали. Так, добро.
Чувствуется мне, что я не шарю. Может, мне нужно что-то изобразить, я не знаю. Подсказка есть какая-то? Может, должен быть такой именно рисунок? Так, подожди, тут их сколько? 5? Так получается, нет. Может, мне нужно квадрат изобразить? Чтобы типа только внутренние горели. Тогда так, но нет. Не хватает этих. Слишком сложная головоломка. Слишком сложная головоломка. Ну и все. Заново все. Да. Древняя галактика. Хм, фиг его знает. Ладно, у меня получается задание. Это цветы найти и яйцо найти. Ну, давайте отсюда тогда выбираться. За шелком пойдем. И нужно королевскую эту создать. Ткани. Королевская ткань. Нити создать. Так, железо создать. Золото. Мне нужен один еще этот листок.
ой-ой-ой, нихера его сломал. О, цветы вырос. Цветок вырос. Цветок, 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 цветок. Все отлично. Цветочек вырос. Я могу теперь создать. А бутылка мне нужна одна. Так, пока бутылек создается. Королевская, да, мне нужна. Сейчас сходим. Как мне это бесит. Все позасирали. Можно забыть. О кактусах тоже. Апельсины можно забыть. Кактусы тоже. У меня тыквы есть. А, и сюда золотое еще яйцо можно притащить. Нифига себе. Ну ладно. Так, что у меня еще тут ягодки есть? Так, поехали, поехали. Так, банка сейчас должна создаться. Лопату создать. Боже, поехали. Получилась кожа. Королевскую сталь нужно. Лучше королевская. Большой рюкзак. Жук мне нужна королевская ткань. Угу. Ну, мне кожа нужна. Нить. Ну давайте ко мне сейчас буду создавать себе еще рюкзак. Так, окей, мне лопаточку сделали. Водяная лопата. А, на большие зоны скапают. Неплохо. Так, запас пополнен. Перец можно купить. Нифига себе. Так, хорошо, что мне нужно? Лопата. Лаванда. Я не знаю, где растет. Это все есть, только огромного черепа мне нету. Это кожа мне нужна. Королевская сталь. Мне нужен только изумруд. И все. Так, окей, я собрал камни, но у меня есть проблема. А у меня нету очень много кожи, у меня кожи вообще почти нету нихера. Но зато мы можем, во-первых, создать фабрику. Да, мы можем пойти создать фабрику. Ай! Каменоломню могу создать, подождите. И могу фабрику создать. Давайте так, пускай она пока создается. Сейчас главное, чтобы выступить. Ладно, пускай создается. Мы с вами. Ой, можно отменить. Вот так. Пускай создается, мы сейчас быстро королеве сбегаем. Thank you.
точки, сейчас я дойдем. Цветочки, цветочки. Они прекрасны. Большое вам спасибо. Надеюсь, вы любите животных. Это поможет вам легче их находить. Это что? Услада Анны. Смол. Я зелье могу, если что, сейчас отнести в этот. Благодарю за помощь, я тоже вам помогу. Я могу изготовить редкие предметы одежды, которые заставят животных полюбить вас. Принесите материал, и я создам. Щет. Слушай. Это неплохо. Ладно, давайте я еще эти прокачаю. Потом сбегаю в музей, отнесу зелье. Припасы на рынке продаются больше предметов. Банк приносит больше монет. Чтобы банк для был, нужно его создать. Чекание монет. Открытые рынки. Ладно. О, хранилище появилось, прикиньте. Чё за бред? Хранилище это типа этих. Ну, вы сейчас поймете. Кирпичи тогда мне нужно посоздавать. Так, что у нас здесь? Салатики, зелья. Глоток мудрости. Сейчас все будет. Так, там посоздавалось. Хорошо. Какие здесь бабочку нужно будет Эстус поймать? Здесь у меня ничего нету. Алхимия, да? Готово. Зачем я сюда захожу, смотрю? Что я хочу там найти? Цветы мне тогда уже больше не нужны. Якорь продаем. Яичко продаем. Это продаем. 80 золота у меня. Ни хера у меня золото. А, максималку. Пипец, я уже снова себе этих нахерячил. Угля. Так, давайте сюда. Там здесь нифига нету. Ладно. Водоросли сожрем. Сколько у меня железа? 145. Еще печку создать. Печка, 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 печка. Хотя ладно, уже все нормально. Железно. Железно. А что мне там нужно? А, давайте используем, да? Блеск. Животные останавливают больше ресурсов. После вас появились животные феи. О, тихо. Где мои животные? Нифига себе.
Ой, я вижу, вижу, вижу. А, стойте, мне еще молоко нужно сделать. Точно. Сейчас все сделаем. Кожа, 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 кожа. Не то, я застрял. Мне еще королевская ткань нужна. Где уже космос успел? Ну, говорит корова. Му-му-му. Мысли. Я что, там тоже, получается, кожу не собрал? Ё-моё. Возвращаемся. Где-то моя кожа. Так, мне кожи очень много нужно. Очень много кожи. Свинка, где большие быки эти? Блин, жалко, что они тут. Да ломай быстрее. Ну давай, давай, где они? Где моя вся живность? Лазит. Живность, живность. О, овцы. Так, там слизень. Еще овцы. Мне очень много кожи нужно просто. Сори. Сори, нужно больше, больше, больше. Еще овцы есть. Овцы. А. Кожа. Так, что здесь у нас? Овечка. Собери. В смысле, сейчас заполнила. Му-му, му-му. Почему вы не появляетесь? Камушек. Еще камушек. Лам, в принципе. Так сойдет. Поехали. Мне нужно рюкзак. Ага. А для чего я сталь создавал? Фабрика, да? А, точно, мне еще хранилище нужно создать. Фабрика. Кирпичи. Мне нужны. Thank you.
150, думаю, хватит. Так, стекло. Пускай создает кожа. Пускай делает. Тут что у нас? А сколько мне нужно этих зелий? Сталь. Подожди. Мне не хватает одного только камешка, да? Еще. Так, мясо сколько стоит? Двойка. Для Суси-Куси. О, что-то новенькое. Шипы появились. А, ну это чтобы я еще сам поздыхал, да? Ладненько. Так. Готово. Так куда эту фабрику впихнуть, мне интересно. При этом, чтобы она не мешала. Давайте сюда поместится. А, так она не очень большая. Давайте тогда где-то. Где-то. Ладно. Ну, здесь поставим рядышком. Пластик. Уничтожитель. Нифига себе. Рельсы. Локомотив можно создать. Дрель. Пластик. Бутылка масла. Где мне масло взять? Ладно, прекрати. Хорошо, что еще мог построить? Хранилище, вот. Хранилище давайте где-то здесь вот поставим. Пару штук. Хранилище. Сюда можно просто вещи ложить, которые тебе не влазят. Они сами туда дальше летят. Только это бесплатно, да, кажется, делается процедура, если не ошибаюсь. Так, ладненько. Так. Пускай туда собирается. Еще создам. Но хранилище ломается, поэтому это не очень такая безопасная вещь. Купить земли. Да.
где? Ну, сюда. Да, уж остров охерительный. Просто, муа, а не остров. Мне еще и застрял. Да-да-да-да-да-да. И все вещи, которые я собираю, да, лишние, они, если что, туда перелетают, да и все. Что я просто построил, чтобы построить. Будет классно. В этот, так, в этом тайнике цветы не живут. А, я понял. Нужно тогда сходить еще за ключом. Нифига себе. Ну, бэт. Что мне бесит? То, что оно само начинает зарастать. Ладно, ну что я могу там получить такого ценненького? Ну, так, стоп, отхилиться. Так, но мне еще все равно не хватает. Этих я, наверное, тоже грохну. Маска скелет. Неплохо. Так, мастера меча я получил. Трех врагов одним взмахом меча убить. Так, ладно, пока у меня делается ткань. Вот она делается потихоньку, уже три штуки есть. Я уже подумал продать то, что оно мне нужно. Поскольку у меня апельсинок, нужно будет еще превратить их. Что мне нужно. Так, поехали. Навык. Пресс для цветов. Оптик открывает маяки. Оборудование. Торговый рынок. Давайте торговый рынок. Хранилище. Открывает хранилище. Так, что у меня здесь нового есть? Игровой автомат у нас есть теперь. Так, еще есть рынок, еще хранилище могу посоздавать. Каменолом, я думаю, а у меня только фиолетовых нет, ладно. Фабрику мы сделали. Моей нету. Ладненько, тогда делаем что? Мы продаем камень весь. Мы продаем. А у меня больше нечего продавать. Хотя слизь есть.
ненужная. Цветы есть. Водоросли есть. Это нужно. Ага, все, правая кнопка мыши она все забирает. Кости мне тоже не нужны. Так, 4 кам. Что можно за... Давайте я сейчас это... соберу денег и куплю вот эту часть земли. Блин. Надо бы... Самое дорогое нужно за 4 это. Или за 6. Гу самое дорогое. Блин, а я не знаю. Гоу, ладно, я рыбу все продам. Сколько она стоит? 600. Ну, слушайте, можно, в принципе, продать. Так. Девятка. Так, да. Итого у меня почти 10 кусков. Так, кактус, редис мне тоже не нужен. Так, давай тебя тоже, кактус. О, я еще плюс ляпну сейчас. Перец пускай будет. Стрелы. Сейчас давайте еще немного подзаработаю здесь. Камни. Я еще могу как раз ляпнуться. Ладно, поехали покупать землю. А, там еще и дальше есть. Ау. Ну... Блин, я не знаю. Ну, го. Ну, так, у нас тут какая-то фабрика. Фабрик мы... В следующей серии посмотрим. В принципе, давайте на этом тогда и закончим. Хотя, давайте, ладно, я быстренько апнусь. До следующей. До следующего уровня. И будем, в принципе, заканчивать. А, стоять, у меня как раз ткань, да, все сделалось. Подождите. Жук в банке мне нужен. Сейчас все сделаем по красоте. Так. Большой рюкзак создадим. И изучим навык. Так, у всех постройка, откройте фабрик. Так, а как удалим? Строить. Электростанцию я могу теперь сделать. Здесь понятно.
Можем, в принципе, в этой серии сгонять туда. А то мне сейчас сломают это здание, да и все. Ладненько. Давайте я сейчас заберу сундук. В принципе, 45 минут, поэтому нужно уже заканчивать. А пока, ну, там это... Все, профиль готов. Поэтому как-то так. Ну давайте я типа сохранить и выйти. И мы с вами посмотрим дополнительно. А, это, типа, его история. Типа, вначале в детстве он что-то играл игрушками, баба. Ну, блин, тут на английском. Ребенком, мать или это отец. Отец умер раньше. Он уж после колледжа что-то ушел. Программировал. Всем было плевать на его идеи. И он потом показал свою игру, она стала классной. Ее тестировали, его приняли, путешествие, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А это нормально, то, что у меня игра сворачивается, не? Ладно, давайте, короче, тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.